Вооруженные силы Украины вблизи города Новая Каховка Херсонской области сбили военный самолет оккупационной российской армии. Об этом сообщило командование воздушных сил Украины. Пилот катапультировался. Вероятно, сбитый самолет – новейший истребитель Су-35. Это что, кого? Наших сбили? Да я тебя за что? Это что, походу, бля, как он провода еще не ебанул? А какой, чей самолет? А вон, глянь, стоят пацаны тоже. За жестокие, да, вот это сбили. Ну да, он ее сбили вот здесь. Вот это будет лететь. Представляешь, как туда попали? Красавцы, молодцы, сбили. А ну сейчас глянь. Вон она, ага, вон. Да, вон. Да, увеличить надо. Нахуй.